Добрый день, друзья! Сегодня я пытаюсь успеть что-нибудь сделать, но пока у меня это плохо получается, потому что Аришка сегодня плохо спит днем. Вот хочет, чтобы... Да, она не хочет спать, из-за этого она капризничает. Она хочет только, чтобы я лежала рядом с ней все время. А это нереально. Вот я сейчас лежала, но хоть полчаса она поспала, видите, залипает теперь на Артемия. Вот, а то нужно это... Еду готовить? Мы голодные с Артешей, да? Ты кушать хочешь? Да. Да, гарнира нету, сейчас приготовлю. Макароны. Да, макароны Артемию говорил, но и мы голодные, а все остальное уже готово. Что такое лохматка? Мне нужен мусс для волос. Поскорее бы улыбку рада я открыла. А какое мясо? Котлеты? Котлета, как вчера. Я же готовила котлету. У тебя котлеты, у меня драники. Ой. Вот, так что мы сейчас должны пообедать. Что у нас сегодня? Воскресенье. Артемий сегодня играет в лего. Я сегодня вот успела поработать. И сегодня пытаюсь акулу собрать до деталей. Некоторые никак не хотят находиться. Да, такие вот дела. О, наконец-то ты улыбаешься. Ну, хоть чуть-чуть выспалась. Я сегодня, кстати, в первый раз решилась, убрала в середине ночи. Не накрываю ее, ей жарко будет. Я окно закрыла. Убрала в середине ночи кокон и положила просто Аришу рядом с собой. И спала солдатиком. Я с Артемием 6 месяцев так спала. Сейчас Арине, ну, почти 4. Но я уже это... Мне хочется спать ночью. 4 года! Нет, не ждать, пока она покушает. Ну, посмотрим. Ну, просто когда она в коконе, то можно ворочаться как угодно. Ты себя накрыла! А так, конечно, когда она рядом. Но все равно, совместный сон намного комфортнее, чем Арчи иметь. Вставать, перекладывать в кроватку. Особенно при учете того, что соски она не признает, прямо это целый квест получается. Да? Ты вообще что-то не сплюшка, да? Ты такая пухлянья стала. Мне кажется, она набрала, она такая пухленькая. Вот её живот вываливается. Ну, конечно, она сейчас налопалась, а ножки хотели жаркой. Вчера Алишер вывез весь хлам из квартиры, заказывали мы газель опять. Причем газель заказывали, чтобы довести вещи до соседней мусорки, потому что там рядом с домом у нас стоят только просто баки такие. Ну вот, чтобы выйти из дома, знаете, пакет закинуть. А такой вот полноценной мусорки, как, например, вот тут так, в нашем дворе, ее нету, она в соседнем размером дворе. С нашу кровать. Да, а вещи-то можно крупногабаритные складировать только на таких вот больших площадках, а если ты просто где-то, да, в неположенном месте положишь, то штраф тебе будет. Я специально загуглила, где можно складировать. Где у вас, Сашка? Ага. Два адреса Алишеру скинула, и вот они заказали газель на 1 час, и просто с помощью этой газели 200 метров провезли все эти куски мебели, которые нужно было вывезти. Так что теперь можно приступать к демонтажу. Разводка электрики у нас готова. Так вот, к сожалению, вчера электрик не смог подъехать. Что-то там, ну, короче, занят был человек, посмотрим. И да, надо теперь, значит, ближайшее, что мы будем делать, это, во-первых, демонтаж. Смотри. Всего на свете, я вижу. Её подбородок. Не надо так делать. А вот снимать надо все покрытия и делать разводку электрики. А, вот. А потом уже начнется вот эти грязные работы, такие прям супер грязные, неинтересные, закончатся, и начнется интересно. Когда будут обои сдирать, полы. Да, и потом будет уже, наоборот, уже все клеить, смотреть. А, слушай, принеси мой телефон, пожалуйста. Зачем? Надо показать кое-что. Ирина. Вот, и, кстати, я не знаю, будет сегодня Алишер пораньше или нет, он все обещался, что приедет в обед. Ну, я попросила позвонить за час, ну, чтобы я готова была. Два года в обед! Ну, как бы, ну, я не знаю, приедет или нет. Не питаю иллюзий. Так. А, короче, что показать хотела. Очень многие говорили, что антресоли это типа вообще в скандинавский стиль не впишется и все такое. Но я знаю, у меня в голове, как это выглядит, что я хочу видеть. Я решила на Pinterest загуглить, посмотреть. Есть такое кто-то, ну, выкладывал антресоли в сканди стиле. И есть? Смотрите, как клево смотрится. Ой. Ну, давай, телефон, перестраивайся. Вот, видите, сверху антресольки.
Да? А смотрится вообще офигенно. О, наконец-то он перестроился. И еще одну картинку сейчас покажу. Рита держит погремушку. Куда листать-то? Вот. Нет, не то. Вот. Вот тоже антресоли в сканде стиле отлично вписываются. Вот понятно, что они сверху пространство съедают, но там в коридоре это вообще прям... прям круто. В плане хранения. Прям... У меня уже расписано, в каком шкафу что будет лежать. Единственное, в детской я еще не спланировала шкаф. Ну, понятно, что там будут лежать все игрушки, все книжки и вся их одежда на двоих потом. Вот. Там будет огромный такой шкаф, лавсистину. Вот. А все остальные у меня уже все четко прописано, что куда я положу, что в кладовке. Чтобы видели, не было такого. Как я прыгнул! Да. Все видели, что мы там въедем, и я буду что-то куда-то распихивать, и не будет у меня подходящих полок. Господи, Артемий. Аришка, малышка. Вот, так что с квартирой процесс идет. Я сонная какая-то сегодня. Ну и погода такая, слушайте, то ли снег, то ли не снег. Холодно, ветер, лысые деревья, но снег еще не выпал. Такая серость, и темно. Вот в новой квартире, я надеюсь, будет посветлее. Мы когда пойдем бабушке с дедушкой, дедушка мне отдал косметику. Бабушке позвонили очередные мошенники, предложили ей чудо-супер-пупер крем за 5000 рублей. В общем, бабушка его купила. Не уследил дедушка. Вот. Я даже не знаю, можно ли этим вообще пользоваться. Вот такое вот. Тут типа... что это у нас? Да, гиалуронка. Тут какой-то филлер, который типа в морщины заползает. Вот, если кто-то из вас этим пользовался, дайте мне отзыв, потому что я реально боюсь этим пользоваться. Ну, в том плане, что это, знаете, не в магазине ты купил где-то, а тебе вот на дом привезли за 100-500 миллионов рублей, хотя как бы оно столько не стоит. Тут еще всякие рекламы целая куча. 5800. Обалдеть. Ой, бабушка наша, как всегда, набор нежной оси. Индивидуальный предприниматель Саидбеков Саидбек Магомедович. Санкт-Петербург, улица Рылеева, дом 24. Страна должна знать своих героев. Вот так вот пенсионерам впаривал Магомед. Нет, Саидбек Магомедович. Интересно, своих родителей не тоже так обманывают. Всякие рекламки еще. Ай, короче. Напишите, если кто знаком с этим. Можно это вообще на лицо мазать? Или лучше не рисковать? Я вот сижу и рассматриваю, что тут положили в этот заказ еще. Тут каталог. Ну, это товары для бабушек, грубо говоря. Ну, конечно, не только для бабушек, но все равно основная целевая аудитория. Вот я смотрю, что им предлагают. Вот смотрите. Звон, полотенчики. Всякие, эти, как вот у меня кольцо есть тоже, спаси и сохрани, крестики. Ароматы с историей. Дальше смотрим. Обувь. Жакеты-жилеты. Специфический стиль. Жакеты-жилеты! Не кричи, пожалуйста, Арина спит. Халаты. Да. Дальше. Постельное белье. Подушки всякие интересные. Прям вот это, если все купить, реально можно отставить квартиру для бабушки типичную. Такую. Вот икону, например. Очки, конечно же. Подарок ребенку. Ну, сразу цена выше. На внуков бабушки денег не жалеют. Что это? Господи, это игрушечный котенок, который мурлыкает. Так, смотрим дальше. Что у нас тут интересного? Растяжитель обуви. Машинка швейная, да. Это нужная вещь. О, занавески тоже классика для бабушек. Угу. Форма для колбасок. Такой даже я купила бы. Прикольно. Снова эти занавесочки. Снова подушки с котиками. Типичные такие. Даже посуда вот подобрана. Ну, такая, чтобы понравилась бабуле. Дальше пошли товары для здоровья. Что у нас здесь? Наколенники. Капли для глаз. Фитокомплекс для слуха. Обалдеть. Пояс типа моего.
Такая штука, да. Такая даже у меня есть. Ну, она удобная, на самом деле. Так, сила кавказских. Переносной биде. Боже мой. Обалдеть. Ничего себе, что только не придумают, а. Контейнер для съемных протезов зубных. Полезная вещь. Так. Это что-то от паразитов. Какая интересная душевая лейка. Ой, вот таким я пользовалась. Только из Китая заказывала. Тут вот плитку как раз на кухне подрисовала, и стали эти швы белыми. И хотя я мою плитку, швы остаются белыми. Так что эту штучку я рекомендую. Так, вот тут пошли книжки. Осваиваем ноутбук за 8 простых шагов. Календари. Ванга, конечно. Все, на этом заканчиваем. А, даже чуть-чуть косметики для таких бабушек, которые за собой ухаживают. Пластырь для похудения. Ну вот вы понимаете, да? Посмотрите, как тут стоит. Специально выгнулась вперед, живот выпятил. Просто втянула немножко фотошопа, и прям красота. Вот если присмотреться, то видно, что вот как здесь жир выпирает над трусами, точно так же он и тут выпирает. Я тоже могу две такие фотки сделать. Да и после. Все, заканчиваем. А, конечно, заповязочка на ушке. Быстро и тепло. Да. Некоторые удивлялись, что Артемий спросил бабушку Лену, зачем она приехала. Артемий, что ты сейчас папу спросил? Что ты его сейчас спросил? Он спросил: папа, ты зачем приехал домой? Вещи отнести. Потому что папа приехал домой пораньше. На руки паду. Ты всегда о падениях рассказываешь, Пате. Аккуратней. Любовная любовь. Ой, ой. Чего? Скажи, я сегодня не в настроении. Хочу только у мамы на ручках сидеть. Не хлопай ее, ну не хлопай. Только гладить можно. Нормально гладить, ласково. Элементы обучения. Общения. Скажи, папа. Ой, радуйся. Папа, ой. Мы вышли погулять. Сейчас походим погуляем. Маришка уже уснула. Погуляем часик и потом пойдем в кафе посидим. Наконец-то время проведем. Идем и разговариваем. Угадайте, о чем? О ремонте. О чем еще мы можем говорить? Такой свет красивый тут от фонаря получился. Нам принесли напитки. Алишер взял глинтвейн. Я взяла репиховый чай. И ждем, когда нам еду принесут. Мальчишки ушли мыть руки. А я уже справилась. Нам принесли супы. Артемий захотел пельмешки. Вкусняшки подъехали. Мы вышли из ресторана. Тут снег идет. Сейчас Артемий заскользит, я думаю. Артёша? Артёш, слева. Очень аккуратно, пожалуйста. Сейчас да, будет скользко. Бу! Упал, видите, с велосипеда, но не растерялся, иначе у нас снегом кидаться. Бу! Блин, мне холодно теперь после ресторана. Да, пойдем, Артемий. Пошли, пошли домой. Ариша скоро проснется. Она проспала все это время. Сладко-сладко. Идем. Так, помой себе. Стою внизу в подъезде, жду мальчишек. Они... В общем, Алишер сейчас относит наверх, из машины забрал мы. У нас лежали всякие эти стройматериалы после ремонта. Мы их хотели отвезти на новую квартиру, и Алишер забыл их выложить из машины. Я, правда, не знаю, они полежали одну ночь в багажнике,
На улице легкий минус был, а там все эти смеси, типа для температуры плюс 5 должны храниться. Я надеюсь, не испортились за ночь в багажнике. И, в общем, Анашер сейчас заносит это обратно. Сейчас еще раз спустится, у меня коляски еще немного положили вниз. Тяжелые там эти банки, грунтовки всякие. Вот, и это... Сейчас она это отнесет, и они пойдут играть с Артемием в снежки, потому что снег идет. А я уже пойду с Ариной домой, потому что она вот-вот проснется, ну и я, мерзлячка. И Артемий свой велосипед заносит. Мы так хорошо посидели, прям очень хорошо. Наконец-то вместе провели. Я уже такая, давай куда-нибудь сходим, пожалуйста. Вот Алишер уехал с работы пораньше, он даже не может целый выходной взять. Уехал на полдня. Ой, красота. Привет. А я рассказываю, что ты туда-сюда все носишь. А мы вон тут ждем, пока Артемий помоется и будем укладываться уже. Кто это летает? Что это? Кто это летает? Скажу, интересно, у мамы телефон с картинками. Уже устала, она не хочет на животе лежать. Уже все хочет поесть и спать. Дрык-дрык-дрык ногами. Папа, нет ли у тебя покушать? Смотри, ты поприставай, может, начнет молоко вырабатывать. Кто его знает? Чего? Как что, надо кормить? Кормить? А ты тут целуешь. Покушать вот сюда. Здравствуйте. Сейчас магазин откроется. Ты летишь. Ну ладно. Будем укладываться. Всем пока-пока. Ой.